Привет всем! Сегодня хочу рассказать про вот такой вот дорожный фен фирмы Сатурн. Вот он видно какой, да? Именно дорожный складной. В принципе, что я могу про него рассказать? Ну вот он у меня уже полтора года. Волосы у меня очень так прихотливые, поэтому пытаюсь сушить их не феном, а естественным путем. А им, если вот ну куда-то спешу, там туда-сюда, ну, то есть в принципе... Такая вещь подходит, так как он небольшой мощности, только кому он не часто нужен. Никто каждый день делает укладку, конечно, он маломощный, не очень подойдет. Но если вот именно как второй вариант или в дорогу там, да, вот, вполне себе удобно. Провода тут 2 метра, хорошо. Две скорости. Холодного воздуха, естественно, нет. С этой стороны, в принципе, дует хорошо. Волосы сюда попадают, наматываются, конечно. Сзади не подходить. То есть сеточка не очень продуманная, скажем так. Попадает сюда все. Так что аккуратно. Ну, а так, в принципе, вонять не воняет, дует вполне прилично. То есть как дорожный или второй, то есть в дорогу. Очень даже ничего. Поэтому... Стоит он вообще понт. В районе там а-ля 50 гривен. То есть это его официальная цена. Очень дешевый. В принципе, можно брать вот такие деньги. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на канал.